Хайога Сумишн Кейта, последний Sound of the Night. И это у нас Blood and Course of the Moon. Игра? Ну слушайте, хотя... Если так подумать, скорее всего, они... решили начать игру про эту девку с корабля. Заметьте, мы начинали наоборот, с корабля и до конца. Я за то, чтобы пойти наверх. Ну да, эти же враги тогда были. Так, на корабле, помню, был чувак с... Да, с цепи вот этот. Да, в игре тоже было много секретных стен. О, хорошо. Вот змея я не помню. Ну хотя погнали через низ. Не пропадай! Сердечки! Я не остановлюсь! Ну, зато здесь потеряться нельзя. Не-не-не. Глупые призраки. Замечу, одна такая дверь здесь. Серьезно? Разве у картины была такая способность? Thank you.
Вот так вот, оказывается. Ну да, вспомните, тогда Минибосс тоже была картина. Так, ну и чувачок сдох. Так, мне теперь желательно собрать ХПшки. Пронесло. Пофиг. Так, чувачок, давай. Ой-ой-ой-ой, это ж ветер, да? В смысле там яма была? Бой. Короче, я понял. Здесь без этого никак, да? Ну, это для старикам. Круто. Босс. А что за босс? А, этот быстряк. Нифига себе. А, подожди, а как я это должен, типа, пройти? Ну, допустим, сейчас я должен был потерять третью свою последнюю жизнь в финале, замечу. Новая способность старика. Thank you.
Так, мне главное находиться около этого всегда. Да, блядь. Нифига себе. А, все? Ну и по сути от этого у нас и началась игра, если так подумать. Алло, у нас еще туда хера всего. Теперь у нас пошел сам замок. Ну что, я думал, тогда мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем пока.